Последний звонок прозвенел сегодня для 800 выпускников нефтекамских школ. В каждом образовательном учреждении по этому поводу проводились торжественные линейки и концерты. Во второй школе также собрались виновники торжества – родители и их учителя. Не остались в стороне и руководители города, которые каждый год приходят в школу, чтобы сказать свои напутственные слова выпускникам. Радость окончания учебы перемешались со слезами расставания с любимыми педагогами и коллегами по парте. Последний звонок, хоть и пообещает о том, что все уроки контрольные позади, кажется, что уходить из школы никто не хочет. Ведь школа за 11 лет стала для парней и девушек вторым домом. Но унывать и расстраиваться не стоит. Впереди еще государственная итоговая аттестация и выпускные баллы. А в будущем еще более интересная жизнь, полная новых эмоций, неожиданных приключений и новых знакомств. В нашем городе вот действительно, можно сегодня говорить, все перемешалось. Все в белом, все в бантиках, все в цветах. Кто-то радуется, кто-то плачет, кто-то вспоминает. И это действительно вот этот праздник перехода от детства, наверное, к взрослой жизни, она так и должна быть. Действительно, от имени администрации, от сегодняшнего, действительно хочу поздравить всех наших выпускников с таким прекрасным праздником. Я говорю, да здравствует выпускник 2013. И он сегодня происходит в преддверии встречи нашего прекрасного праздника городского. Вот 50-летие со дня образования нашего города. С праздником все наши выпускники.